В знаменитом музее «Мадам Тюссо» в Лондоне появился новый экспонат. Это восковая фигура Дэвида Кэмерона, самого молодого премьер-министра Британии за последние 200 лет. Супруга премьера Саманта Кэмерон лично приехала в музей. Он выглядит очень похожим. 43-летний Дэвид Кэмерон изображен стоящим рядом с черной дверью дома номер 10 на Даунинг-стрит. Фигура стоит 150 тысяч фунтов. На ней темный костюм, белая рубашка, голубой галстук. Работа над скульптурой заняла 4 месяца, задолго до начала всеобщих выборов в Великобритании. Дэвид Кэмерон дважды позировал скульптором музея «Мадам Тюссо», которые пытались не только точно передать его внешность, но и отразить его внутренний мир. Вы знаете, он хороший парень, приветливый человек. И в то же время мы хотели, чтобы он выглядел как выдающаяся личность, важная персона. Таким образом, наша работа – комбинация всех этих элементов вместе взятых. Лицо передает его доброжелательность, но в то же время фигура полна достоинства и благородства. Во время британской кампании по проведению всеобщих выборов много говорили о спокойном внешнем виде Дэвида Кэмерона. Одни называли его восковым и с детским лицом, другие обвиняли его в ретушировании фотографий на плакатах во время предвыборной кампании. В процессе работы, познакомившись со своей моделью поближе, скульптор Мансфилд сказал, что у Кэмерона действительно гладкая восковая кожа. У него действительно очень гладкая кожа лица, почти нет морщин. И то, что вы видите здесь, отражает то, что есть на самом деле. В музее «Мадам Тюссо» уже есть восковые копии прежних британских премьер-министров Тони Блэра, Маргарет Тэтчер и Уинстона Черчилля. Руководство музея надеется, что фигура Кэмерона будет пользоваться популярностью у посетителей зала мировых политиков.